В Одинцовском городском округе в 2020 году будет отремонтировано 338 подъездов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которая четвертый год реализуется в муниципалитете. За это время были отремонтированы более 2500 объектов. Стандарты по обустройству остались те же. Оштукатуривание поверхностей, покраска стен и потолков, входных групп, лестничных маршей и лифтовых холлов.